что, есть что? Пузичок. Пошли туда. Расковырял грядку. Бажена Владимировна, расскажи, пожалуйста, что мы сейчас будем делать? Почему мы засуетились так? А? Вон рыба одна. Дохлая. О! Че, на рыбалку пойдем, да? Ухи наловим, наверное, сегодня, да, Бажена? Не отходя от кассы. Ну, это, наверное, сегодня вот умер. Всплыл. Так, а у меня сегодня праздничное меню. Вот так, как сегодня у нас будет. Рыба жареная. Вот сейчас, кстати, ребята наловят. У меня тут кабачки. Их я попробовал порезать. Вот так вот. Ну, так не рекомендую, конечно. Вот, может, конечно, оно будет и вкусно. Это не бесспорно, но... Когда жаришь, вот так, в принципе, симпатично смотрится, если по-хорошему. Сегодня у нас 8, по-моему, августа, или 7. О! Ходи сюда. Да. Так, зрительный зал, да, ты где будешь, здесь стоять смотреть? Как ловит? Ну ты, мы на рыбалку пришли, сейчас надо тихо. Давай мы с тобой застегнем, чтобы комары-то нас не покоцали. Ага. Алёк, поздоровайся. Как батя? Здорово, рыбаки. Да, здорово, рыбаки. Кто-то на пруду ловит, а кто-то в ванной. Да. Ну, Бажен, да, сказать? Валёк не скучает в деревне. Молодец. Есть рыбка большая и маленькая. О, Полинка сегодня угостил Галина Сергеевна. Так, пошли на рыбалку мы. Всё. Вот так вот рыбалка. Да, пожалуйста. Да ты поймали. Ну чё, давай, короче, на жареху. Боже, смотри, как поймали. Да, пожалуйста. Давай, тащи ведерочко. Ведерочко тащи. Не это. А я пока тут на рыбалку пришел, все спалил. Чё, ребята? Ну, наверное, стоит сегодня поесть не уху, а жареную рыбу. Вот такая вот рыбалка настоящая.
Да. Да. Не клюет? Так, тихо, тихо. Сейчас, не шумите. Будем рыбачить. Так, ну... У меня, конечно, может, немножко подгорел. Папа. Оу! Уйди. Вот это рыбалка. Вторая. Ну, сегодня точно будет жареха. Короче говоря, весело отдыхаем. А я, конечно, немножко... Сейчас.
Ты знаешь, мне кажется, вот кусок хлеба, вот эту штуку, бутерброд такой, легенький, прям отменно будет. Ну, почистить, конечно, надо. Ну, Олеся Гапасовна дома сделает. Я, наверное, еще ломану так вот. Смотри, смотри, клюет. Рыбак. Рыбак рыбака видит издалека. Вот такое озерцо. Прямо возле дома. О! Зеркальный. Карпик. Вот это рыбалочка. Удовольствие, пожалуйста. Прямо на берегу реки, водоема. Все как надо растет. С пруда Валек принес даже вот эти вот водоросли, они и по-своему дали вон корни, и рыбы растут. Много не надо. Да? Много не надо. Руки не в воде, это в воде. Не надо. Не мочи. Не надо, не мочи. Заболеешь. Кого мы поймали, Бажена? Вот. Рыбку. Рыбку? Да. Я хочу потрогать рыбку. Давай, руки, наверное, вытаскивать у нас. Мама потом... В этом году в лесу полно всего. То есть весной было очень много грибов, там подберезовиков, да? То есть много мы собрали, вот точнее, Валек. Я, правда, тоже один раз сходил. А? Не подберезы, как они называются? Топольки? Белые? Грузди? Валек их замариновал, проварил три раза и получилось просто... Отменно. Я как-то тоже привозил в город. Вот, вечером мы съели прям. Я достал с лучком все это дело. Нарезал аккуратненько, вкусненько и... Как полагается, как положено. Эти, наверное, я немножко сделаю это. Ну, отвлекся вот. Твоя рыбалка тут. Никогда не думал, откуда она тут взялась. Это рыба, да, Бажена? Откуда взялась рыба? Мотя! Мотенька, ты тоже пришла, да? Ты тоже на рыбалочку. Рыбалочка. Ага, водоросли зацепил. Бажена! Там деда купается. Сегодня у нас банный день, как обычно. Завтра уезжаем в город. Приезжали вот просто на выходные. То есть все дела свои в городе сделали, подумали. А что в городе торчать?